Главный секрет политики – это повестка. Вот мы неправильно обсуждаем повестку, связанную там, с судьбой Федорова, хороший он или плохой, вообще не важно. Понятно, что я не работал у Чубайса. То есть под словом «работал» это значит «подчинялся». Такого просто в биографии не было. Но это не важно на самом деле. Вопрос повестки. У нас повестка с какие-то люди или у нас повестка Отечества? Если мы обсуждаем повестку Отечества, то тогда надо к ней подходить с научной позиции. Но ведь Отечество – это и есть люди. В общем, это вся нация. Отечество – это правило. Потому что Отечество – это страна отцов. Это правило. А уже судьба людей будет как следствие изменения судьбы Отечества. В данном случае восстановление.